Может, ты еще не слышал, что в эту субботу, 4 марта, в Риге пройдет акция протеста против введения обязательной военной службы. Организаторы этого мероприятия – неформальная организация РИКО. Марш протеста запланирован на 2 часа дня от памятника свободы к Министерству обороны. По мнению организаторов, введение такого порядка показывает, что профессиональная армия Латвии и Земесардзе не привлекательны для молодежи. И организаторы протеста приводят к этому немного аргументов. А у меня все. Пока.